На горных лыжах эти спортсмены легко преодолевают бугристые склоны и совершают прыжки на трамплинах, от которых захватывает дух. Но сейчас они тренируются в менее знакомой обстановке на зеленом газоне. Сборная России по моглу уже шестой раз проводит летние сборы в Сочи. Мы любим проводить сборы в Сочи, ведь здесь у нас есть возможность тренироваться в хороших условиях и совмещать нагрузки и отдых. На этот раз мы планируем проводить 2-3 тяжелые тренировки в день. Сегодня для спортсменов провели упрощенную тренировку. Им нужно время, чтобы войти в ритм, ведь они прилетели в Сочи только прошлой ночью. А уже с завтрашнего дня у членов сборной начнется 5-недельный цикл занятий по общей физической и функциональной подготовке. У нас будет небольшой перерыв после месяца, где-то примерно неделю. И мы поедем также сначала в Канаду, в Вистлер, на водный трамплин. Будем отрабатывать акробатические упражнения, там, прыжки. И следующий сбор в Чили. А там что будет? Ну, там непосредственно лыжная подготовка, могульная трасса и соревновательные проезды. На эти сборы прибыл и именитый спортсмен, бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи и чемпионата мира 2015 года Александр Смышляев. После двух тяжелых и богатых на соревнования сезонов, предстоящий для Александра будет более спокойным. Его следующая цель – призовое место на чемпионате мира 2017 года. Сейчас какие-то определенные цели, конечно, уже ставлю. Это в большей части пытаюсь усложнить свою прыжковую составляющую, акробатику. То есть сейчас работа, ну, в основном идет на это акцент. И в этом сезоне постараюсь уже какие-то новые элементы уже пробовать. Сборная России по моглу будет тренироваться в Сочи до 10 августа. Галина Захарова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.